Итог перерегистрации пайщиков. К прошлогодней цифре в 33 тысячи человек добавилось еще 5 тысяч обладателей права на земельную долю. Все они имеют право на выплату в денежном или натуральном выражении. Размер пая составляет 700 рублей. Для получения вознаграждения гражданину необходимо взять паспорт и обратиться в ту сберегательную кассу, в которой он проходил, по месту которой он проходил регистрацию. Денежные выплаты пайщикам начнутся 1 декабря. Средства выдаются из специального фонда, куда их до 15 ноября должны были перечислить землепользователи. Не у всех получилось сделать это вовремя, говорят в Минсельхозе. Мы формируем определенный резерв денег для того, чтобы государство все равно выполнило свои обязательства. Поэтому к моменту выплат есть вся сумма, необходимая для выплат. В дальнейшем мы совместно с Министерством финансов будем отрабатывать все списки тех землепользователей, которые не расплатились вовремя. Общая сумма выплат в этом году на 7 миллионов рублей больше, чем в прошлом, и составит около 25 миллионов. Татьяна Лилица, Павел Бажонко, Первый Приднестровский.